планшет, хочу показать, как я это делаю у себя в отеле. Поехали. Блинчик с сливочным сыром, красной икрой. Ролл. Черри помидор, моцарелла. Шеф, давай мочи. Мочу, ребят, мочу. Мочим. Сереж, спрашивают, что за отель. Что это за отель? Что это за чудное место такое? А это у нас отель Нижегородской области. Воронину привет мне пишут. Воронину привет. Кто вообще тут? Анютка. Анютка из отдела продаж на что-то. Из кадров. Да, из кадров. Камамбер. С третьим разрядом возьмешь? С третьим грудь или что там? Я не вижу, ребят, это девчонка пишет или парень. С третьей грудью возьму. Катюш, отдай бейджи. Приходи. Девчонку. Кать, бейджи, девчонку, отдай. Как красиво. Возьмите меня к себе работать и развиваться. Ароматная соль. Декорированию.
яблочный сыр, красная икра, шпинат. Приезжай в гости, коллега. Тебе пишут в Мариот. Откуда? Из Мариота. Мариот? Откуда Мариот? Какой Мариот? Город какой, что ребят? Ты показал мастер-класс. Зеркало оформлено, сейчас переходим ко второму. Еще раз покажем первое зеркало и делаем второе. Будет те же самые закуски, немножко другой стиль. Едем. Сними зеркало. Креветки в песто. Хорошо, приедем. Девчонки, захватите, пожалуйста, разбитую. Не, на эту сторону. Так, здесь вот такая тема. Дерево, дуб. Кстати, кому дуб нужен, пишите мне в личку. Вот такой дуб для подачи, если кому надо, пишите. А что за креветки? Тесто рисовое. Рисовое тесто. Так, это у нас... Как тебя найти? В группе есть ссылка на меня, я администратор группы. Тут такая джапанис немножко будет. Я обязан там работать. Обязан. Пишет Глеб Пастернак. Он Пастернак. Сможешь в Литву дуб отправить? Кого отправить? Дуб. Спил. Да. Я хоть туда смогу отправить. Чудо просто, камемберчик с клубничкой, это, оп, нечто. Сейчас я не приду, хорошо. А на Сахалин сможешь? Ой, да хоть куда. Какая цена у дуба? Ребят, потом цена, давайте фуршет вначале. Сергей зовут шеф. Сергей Крутов.
диаметр зеркала такой. Ой, ёп. Ёп, макарёк, вот это вопрос. Тарел знали? Да небольшой даже, нет. 70, наверное. Да, метр даже нет. Диаметр зеркала примерно 70. Примерно, опять же. Нет, еще рано. Давай через 15 минут. Угу. И воду, да? Как гости появятся. И воду, да. Но воду уже можешь ставить. Остальные вообще. Ну, это Максим. Яна Косенкова, 8-й стол. 8-й. Все остальное как. У меня там все лежит. Сереж, ну рассказывай, что я. Да. Что, спрашиваете, нет? Все понятно. Какое-то есть ощущение, что креветок меньше, чем штопов. Потому что я тебе зафигачил в эти другие. Манго чили соус. Угу. В креветку. Да, так и есть. Так и есть. Это убираем. Кирилл, иди на склад, возьми два подноса. Увидишь, они лежат справа. Салфетками проложите себе. Сереж, что зеленый? Готово? Да, почти сейчас. Почти готово. Они уже хотят поесть. Давай сейчас скажу. Сереж, дойдите до кухни, возьмите 8 тарелок под салат, отдайте, скажите на артистов, чтобы уже выложили. Для тарелки? Да. Заключительный момент. Немножко травки, в общем. Да, спасибо большое. Вот, в общем, вот такая штука у меня получилась. Меня зовут Сергей Крутов. Я веду группу «Профессиональная кулинария». Вот. В таком стиле я работаю, выкладываю практически все фуршеты. Вы можете найти меня.
меня, но я есть в ссылках в группе. В общем, заходим туда и там пишите, чего хотите. Вот. Количество ограничено у меня ответов, так что могу не сразу отвечать. Но, в принципе, отвечаю всем. А, еще следующее хочу сказать. Группа «Профессиональная кулинария», которую я веду, это больше группа для обучения именно поваров, профессиональных поваров. То есть, когда вы шлете очень много разных своих блюд, я их не выкладываю. Как бы вы не обижайтесь, но я выкладываю какие-то более полезные вещи, которые подписчики могут использовать. Вот. Ваши блюда тоже выкладываю, но в очень ограниченном количестве. Вот. В общем, всем пока, будьте профессиональны, успешны и работайте на профессиональных кухнях с крутыми шефами. Все, всем пока.